Всем привет! Энергично продолжаем проходить великолепную игру Minecraftable. Ну что ж, let's go, let's go, let's go. У нас много дел. Нам нужно строить дом, нам нужна еда. Ну и нам нужно копать пещеру тоже, да? Ну что ж, давайте пойдем немножко покопаем. Так, где наша пещера? Вон она. Хотя бы попробуем прокопать поглубже. Нам нужен будет, кстати, факел. Да, я не взял. Мой косяк. Так, сейчас, секунду. Мы сделаем факел. Так, ребята, кстати, тоже комментируйте обязательно каждый выпуск, чтобы я видел, да, нравится, не нравится, там, советы давайте. Буду все учитывать обязательно. У нас есть стрелы, нам нужны палки. Вот они, палки. А, ну вот и факел есть даже. Все, нормально. То мы проживем. Let's go, let's go, let's go. Такое самое тяжелое дело, конечно же, это копать, копать, копать. Ну, куда без этого? А-а-а! Нам нужно, короче, хотя бы железо побольше, чтобы я уже начал создавать вагонетки, да? Чтобы мы могли уже там летать. Ну, ездить, летать. Так, это мы сейчас не сломаем. Она исчезнет, по-моему. Ее не надо сейчас ломать, да. Оп, оп. Так, ну что ж, let's go поглубже. У нас сейчас глубина 49. Этого мало, мало. Ой, как мало. Вот так. Что-то я нашел. Ух ты! Похоже, это у нас железо, да, как я понял? Это очень хорошо. Как раз нам нужно было железо. И заметьте, как много железа. Так, это мы уберем, поставим, например, песок. Песок нам не нужен. Тоже такое правило Майнкрафта, никогда под собою не копать. То есть копайте вот так сбоку, но под собою не надо, потому что там мало ли, там может быть лава и так далее. Вы провалитесь и все, и сдохнете. Нифига здесь железо-то. О, это железо ходит? А, это медь, ну сраное говно. Нет, медь нам в принципе не нужна. Хотя можно пробовать из нее сделать доспехи, потому что в принципе она в игре от нее мало толку. Можно делать медные провода, да, но я уже до этого говорил, кто видел, да, что... Во, железо! Что медные провода, они не самые лучшие. Самые лучшие оловянные провода. Они меньше теряют энергии из-за своей дальности, да? Так, let's go, оп. Оп, сука, много всего-то, нифига! Нет, это неплохо. А из меди, да, попробуем сделать доспехи. Я вот не помню, можно или нельзя их делать из меди. Я помню, что можно получать бронзу, да, если переплавлять медь каким-то образом. Все, я выкопал. Все. О, мы слышим звук такой интересный. Для начала нужно вылезти отсюда. Я смогу вылезти? О, это так глубоко, что ли? Офигеть. О, а, ну так вот мы сделаем тогда вот так и вот так. Все, теперь я смогу вылезти, да? Теперь, так, мы услышали зомби. Конечно же, нужно найти нам зомби, убить. Так, сломали первую шляпу. У нас еще есть. Пойдемте поищем зомби. Кровать опять стоит в плохом месте. Давайте я с собой возьму кровать. Кстати, я еще, знаете, что подумал? Поставить мод такой интересный, который позволяет лошадь класть в карман, как ни странно. Вы видали, как быстро выросло дерево? Хм, офигеть, доли секунды. То есть вы можете ездить на лошади, да, а потом просто брать ее в карман, класть и с собой носить. В принципе, интересно. Конечно же, это не похоже на реальность. Я думаю, что в реальной жизни... А, ненавижу эти тупые блоки, которые падают. В реальной жизни вы вряд ли сможете лошадь положить в карман. Хотя, знаете, наше время все можно. Так, мы где-то там слышали зомби. Где-то здесь, наверное, даже. Давайте попробуем найти... По радару немножко обидно, но я уже говорил, да, здесь есть погрешность. И радар может показывать не точно. О, отлично. Видите, я специально вниз копал. Скорее всего, если бы я копал по прямой, то я, скорее всего, был, даже не попал бы сюда, наверное. Угу, не, попал бы. Именно сюда бы попал. А так вообще, говорю, погрешность очень сильная. Так, ну что ж, мы нашли пещеру. Ой, тварь тупая. Так, подождите, не убивайте меня, пожалуйста. Нам нужны доспехи. Хоть что-нибудь, да, что будет снижать урон, наносимый нам. Так, давайте я хотя бы поставлю факел для начала.
Окей. Не забывайте, что крипы респаунятся в темных местах. То есть, если я поставил здесь факел, по замыслу, насколько я помню, они здесь респауниться не будут. Так, аккуратненько делаем. Так. Оп, оп. О, все нормально. Чтобы мы могли спокойно выйти, чтобы нам ничто не мешало. Окей. Так, у нас шестой уровень. Мы нашли первую нашу пещеру. Так, давайте я сейчас поудобнее сяду. Вот так вот. И в честь этого мы сейчас поедим. Нам нужно как можно... Не забывайте, что у меня стоят моды, да, жесткие. Здесь очень много должно быть всяких мутантов. Также нам нужно как-нибудь отсюда выйти. Поэтому давайте поставим какой-нибудь такой знак, чтобы я потом нашел выход, например. Можно, кстати, поставить пометку. Ну, давайте поставим вот так вот. Например, вот так вот сделаем. То есть поставим блок другим цветом, чтобы если я мимо буду пробегать, я замечу этот блок. Ага, и все, и так мы пройдем. Окей, ну что ж, let's go, let's go, let's go. Пещера уже большая, смотрите, какая хорошая пещерка. Хорошая. Сначала я советую пробежаться вам, да? Я слышу всякие звуки. Пробежаться. Поставить факел. Тем самым разведать территорию. Ну, как-то так. Окей, еще вниз можно, да? Все, у нас кончились факелы. Давайте приготовим еще. Раз, два. Оп-оп-оп-оп. Так, ну что ж, будем спускаться еще ниже. Сначала разведка. Ой, тихо, я чуть не упал. Угу, здесь мы не спустимся нормально. Так, сначала мы сделаем здесь тогда проход. Вот такой проход сделаем, да, чтобы я мог выйти. Ага. И вот здесь. Так, это говно нам не нужно, в принципе. Хотя тоже из него можно делать доспех, это тоже есть дополнение. Во. Как-то вот так, да, я думаю. Надо найти, короче, алмазы, сделать нормальную кирку или сделать, знаете, что можно, бур. Я хочу попробовать сделать бур и ходить с ним вместе, алмазный бур. Он, по-моему, вообще бесконечно, его нужно просто заряжать время от времени. Так, здесь я не спущусь нормально, зато я могу сделать вот так. Кинуть сраный гравий. А, нет, плохо. Так. И у нас сейчас много будет блоков. Поставим. Оп-оп. И оп. Окей. Так, все, отлично. Нашли мы еще один проход. Ага, вот зомби у нас есть. Так, нам бы потом сделать железные доспехи. Конечно, железные доспехи очень хорошо защищают. Очень хорошо. То есть с ними выживаемость прям вообще возрастает. Фу, сколько много мы нашли-то уже. Офигеть, пещеры здесь. Это летучая мышь? Ха-ха. Да, летучая мышь. Прикольно. Так, ладно. Нам на нее все равно, нам нужно железо. Для начала нам нужно железо, это медь. Медь, медь. Давайте глянем, что можно сделать из меди, кроме проводов. Так, медный слиток, да, это я знаю. Доспехи можно? Доспехи нельзя. Ну вот, только провода сраные. Медь нам нужна будет, да, для печек. Угу. Короче говоря, с медью у нас проблемы не будет, да? У нас сейчас 21 штука. Так что она нафиг не нужна. Вот, вот что нам нужно, железо. Нам нужно сделать вагонетку, сделать нам доспехи надо. Чтобы нас не убивали никогда в жизни просто. И будем строить рельсы. Так, там у нас не разведано, нужно поставить тоже факел. Вот тут какой-нибудь крипер прибежит сзади, за спиной. И со спины нас накажет, так сказать. Вот она, медь. Это что такое? Это олово, да? Да, оловянная. Так, ну, в принципе, если мы, смотрите, мы уже нашли много интересного, да? То есть мы нашли олово. Такими темпами мы уже, в принципе, можем начинать. Я прям везде, где я не бью, везде все нахожу. Я, наверное, везучий! Господи Иисусе! Я стал везучий! Хоть раз в жизни меня начало вести. Матерь Божия! Надо поставить свечи пойти. Меня начало вести, начал находить что-то. Чуйка, чуйка срабатывает. Так, ну я говорю, мы начали, конечно, находить, да, полезные вещи, поэтому уже можно даже строить машины, технологии, всякие печки электрические.
Это нужно будет генератор. Generation, по-другому говоря. О, пойдет на труб. Ой, на провода. И, по-моему, еще О, нам нужно для батареек. Аккумулятор. В любом случае, конечно, надо все это брать. Кроме этого зеленого говна, это у нас уран. Насколько я помню, уран, да? Я ни разу еще не использовал уран. Я знаю, что уран, он нужен для ядерных технологий. Ядерные технологии, вы прикиньте, да? Но до этого, я думаю, нам еще идти дойти. Ядерные технологии. Так, все, let's go. Здесь мы были, это я говно не буду брать. Из него можно доспехи? Нет, мы будем делать доспехи из железа. Давайте возьмем немножко еще олова. Оловянный, деревянный. Все учили в школе, да? Стеклянный, 2Н. Оловянный, 2Н. Деревянный. Слова исключения. Русский язык. Шестой класс. Ох, какой я умный. Ну ладно, все, бежим дальше. Так, смотрим, что у нас здесь есть. Опять. О, земля. Земля в иллюминаторе. Давайте возьмем. О, и все, и пойдем отсюда. Медь мы не будем брать. Хватит нам меди пока. Хотя мы будем знать, где она находится. Нам нужно железо в первую очередь. Ой, как много железа надо. Ой, как много. Если сделать полный сет доспехов. Вот железка еще лежит. А, одна железка лежала. Интересно, такое редко. Где-то я слышу там звуки. Можно найти респаун крипов и баловаться там. Ох ты! Скоро сломается кирка. Можно сделать железную кирку, кстати. Я вам открою секрет. Очень много чего можно сделать. Ай, убивают, убивают! Нормально, все, отбили атаку. Напали со спины на меня. Есть у меня? О, у меня еще много свободных слотов. Ага. Матерь Божья, сколько же там, а? Куда идти-то, куда? Летучее говно. Ну, летучее говно нужно убивать. Офигеть, здесь пещера, а? Пещера чем-то похожа на пещеру Саши Грей. Вот реально. Не имеет границ, просто вы понимаете? Вообще безграничная. Так, ну опять железо берем. Всякие разные звуки вокруг меня. Ну, ничего страшного. Оп. Оп. Кстати, пока мы еще не нашли ни одного страшного мутанта, но они будут 100%, да. Может, здесь просто не то место. Тем более, здесь пещера, видите, она высотою маленькая пещера. Обычно же пещеры какие? Глубокие, нереальные. То есть там высоту огромную. А это, видите, там, сколько, 3 блока высоту. 3-4 блока. Она просто длинная пещера. И очень много полезных ресурсов. Полезных ископаемых. Здесь можно, в принципе, где-нибудь недалеко поставить. Поставить, короче... Сейчас покажу, что поставить. Верстак поставить. В любом случае, когда-нибудь он нам пригодится. Надо бы, наверное, поставить было пометку. Все, короче, сломалось у меня. Пошлите домой. Бежим, бежим, бежим. О-о-о! Уголь. Ой, как много угля. Ничего у нас нету больше. Можно заюзать верстак. Ладно, давайте дальше быстренько уголь соберем. Мы можем сделать вот так. Вот видите, да, как все продумано до мелочей. И вот так. Все, у нас готова кирка. Ниоткуда просто. И забираем наш верстак. Мы будем его ставить в другом месте, потом найдем место подходящее. Возьмем, давайте, немножко угля, опять железо. Это не железо. Это железо? Это не железо. Тварь тупая, а? О, это зомби какой-то другой, смотрите. Вы видели? Это другой зомби. Это зомби эти, которые, помните, поселенцы тупые. Это же не железо, а что такое? Или у меня ключ? Нет, если так долго ломается, да, то блок мы не получим. То есть нужна железная кирка. Интересно. Мне что-то постоянно бьют, домогаются. Чего надо от меня? Кстати, мы можем переночевать. Точно. Мы же взяли с собой кровать. Мы же умные. Вот и все, и профит. Поэтому нужно будет сделать еще одну кровать и с собой таскать ее. Если я так делаю. Ну все, давайте пойдемте уже наверх. Хватит нам, хватит, хватит, хватит. Let's go, let's go, let's go. Теперь нам нужно найти тот самый верх. Это у нас... О! А, это не алмаз. Нет, нет, нет. Это у нас... Ой, что-то уже там опасное чувствую. Это у нас лазурит, по-моему. Как называется? Так, сейчас, секунду. Сделаем тогда вот так. То есть это синий краситель, который мне нужен был. Давайте мы его возьмем. Обязательно возьмем. Мне нужно что-нибудь покушать, чтобы ХП регенилось. А то меня... Обосикают. Обоссут слегонца.
О, сколько много ресурсов. Ах, матерь бо... Ой, ладно. Так, ну что ж. Ага. Железка есть? Есть железка. Так, сейчас быстренько железо еще возьмем. Чтобы потом просто пойти как рыцарь, полностью окутанным в железе. Так. И вот это вот нам самое главное интересное. Его найти так же тяжело, как и алмазы, запомнить. То есть, там вероятность нахождения, в принципе, почти одинаковая с алмазами. То есть, очень редкая тема, этот блок синий. Он, то есть, он чуть-чуть почаще, чем алмазы, но он также это, такой же редкий. То есть, он реже других блоков. У нас есть 6 штук, в принципе, нам этого хватит сполна. У нас еще есть черный краситель. Ой, что-то я слишком далеко углубился. Ой, так, все. Все, забираем железо и уходим, да. Реально, ресурсы бесконечные. Оп. И оп, отлично. Так, ну и сваливаем отсюда. Что-нибудь провалится прям нам на голову. Теперь самое главное, что? Это найти выход. Это маленькая проблемка такая нарисовалась. Точно не туда. А я не знаю, где выход. Нет. Мы как-то отсюда, по-моему, шли. Во, отсюда. Да. Ты узнаешь ее из тысячи. По словам, по волосам. Так. Ну все, окей, let's go. Оп. Так, куда вверх, наверное, все-таки? Ага, мы там не были. Фух, удачно сходили. Очень удачно. Ха-ха, засранка хотела меня напугать. Нет. Реакция кошки. 3-2-2. Ой. 2-2-8. Реакция 2-2-8. В принципе, я сейчас сижу в шапке 2-2-8. Вы просто это не видите. Все, собрали еще железо. Миллионы же. А это что такое? Он скрипит. Ты чё? О! Откуда? А, да, вот он наш выход. Странно. А вы чё, откуда здесь взялись? Взрывайся подальше от меня, дура. Ну это изи. Изи! На что он надеялся? Что он меня продамажит? Нет. 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 Так, что это за блок? Подождите. Ага, он поднимается. Свинец. Я что-то не помню, для чего здесь свинец. По-моему, чтобы выращивать свиней. Ладно, это была шутка. Не смешная шутка. Так, вот получаем мы свинцовое говно. Сколько я понял, этот свинец вообще никуда не идет. Вообще никуда просто. Дробитель. Только что получить пыль, да? Продвинутый аккумулятор. О, матно. Короче, говно. Это неважная вещь. Эй, ты, пес! Сейчас пойдем мы наверх. О, псина, давай. 3, 2, 2. О, пу! Нет? 3, 2, 2. Пу! Ага, я вижу голема. На! Если это голем. Я не знаю, как он называется. Мы еще не смотрели его название. Сейчас глянем. Так, ну сначала мы давайте возьмем эту какашку. Мы очень много взяли. 50! 50! 50 железа! Ох, ёпшки! Кто-то! Нормально. С таким железом, я не знаю, может свою гвардию собрать. Так, давайте, наверное, убьем этого мудака. Ой, извините, я за мой французско-китайский язык, так. Ой. 3, 2, 2. Ну, немножечко задел. Это так, ерунда, копейка. Кстати, вот это дерьмо он больно бьет. О, нифига ты дерзкий поцик. Ну да. Хотя я видел и покруче. Ой. Ой, ну там такой маленький баг. Слегонца. Ну ладно. И все? Три? Да, здесь нам нужно будет много-много стрел. 300! 300 стрел надо будет. Дура. Дура. А, не хочу, помогите мне, не хочу подыхать. Все, короче, уходим, пошли они в жопу. Ой, все, отстаньте от меня, уроды. Что? Потушился факел? Что?
Эй, ты дура! Не, все, это уже не смешно, надо уже сваливать отсюда, реально. Меня сейчас еще обосрут, да сколько же вас, Матерь Божья? Ха! Что? Не, это уже не смешно. О! Помогите! Help me! Help! Сколько их там миллионы? Я не хочу погибать, я потеряю опыт свой. Я стану изгоем общества. Так, все, короче, возвращаемся домой. Let's go. Так, хорошо, что... А здесь, кстати, мог зареспавниться. Я уже говорил, если темно, здесь мог зареспавниться крипер. Прикиньте, я такой вбегаю, да? И бабах. Аллах бабах, ничего здесь нету больше. Ну, хорошо. Очень хорошо, мы сходили. Наша кровать обосранная. Давайте мы ее поставим сюда куда-нибудь. Стекла я поменяю, все-таки я сделаю флаг. Ну не сюда, не сюда. Вот сюда вот куда-нибудь, да? Вот. Я сделаю... Да, сломаем все, что говорили. Так, что у нас там по времени-то, а? Времени уже много. Ну давайте уже сейчас будем заканчивать. Потом мы поставим флаг. У нас еще стекла есть, поэтому это не проблема. У нас много лишних стекол. Белый, синий, красный. Так, что мы сейчас делаем? Надо поесть, нам? Поесть. Очень хорошо сходили. Столько железа. О, да. Само собой, мы сейчас ставим все на переплавку. Уголь тоже у нас есть. Много угля. Потом бифштекс. Нет, это нам не надо. Пока. Все железо переплавить надо. Офигеть. То есть я сейчас получу гораздо больше, нежели бы мы получили с помощью... Как же называется этот аппарат тупой? Так, сейчас, секунду, сейчас вспомним. Как же называется? Как же называется-то? Так. Сейчас мы все вспомним. Что можно собрать из железа? А, ну вот. То есть мы забираем бур алмазный. И куда он нужен? Ну я забыл. Так, подожди-ка еще раз. Как же называется? Ну что, фигня, которая долбит землю. Господи Иисусе. Из индустриал мода. Нет, я не успокоюсь, пока не найду. Ну-ка, еще раз, поехали. Так, он собирается у нас из железа. Давай быстренько, быстрее. Где, где? Вот, где-то здесь должен быть. Что ж ты от меня спряталось, говно? А, буровая установка, я вспомнил. Все, буровая установка. То есть мы можем сделать вот так. Буро-во. Вот буровая установка, да, она бы гораздо меньше добыла. Я за один заход 50 блоков железа нашел. А буровая установка, она, во-первых, много электричества, да, требует. Очень долго бы она там долбила, это вообще забитие. Ну что ж, в SGO тогда можно сделать вот так. У нас были, да, у нас были стекла. Возьмем это, белый, синий. Ага, и вот так. Сделаем так. Все-таки сделаем то, что я хотел. Быстренько поставим стекла, пока у нас железо переплавляется. Этого нам хватит сполна. И делаем такие панели. Ну что ж, US Girl. Так, это мы уберем на сюда. Это сюда. Делай так. Опа. Опа. Потом так. Так. И вот так. Да, как-то так. Пускай будет так. Это хотя бы будет более-менее символично, то есть что-то будет обозначать. Белый, синий, во, красота. У нас еще есть черные стекла, можно попробовать их поставить вот сюда, как вариант. Пока у нас есть еще время, давайте тогда быстренько я поставлю. А потом мы в следующем выпуске будем полностью заниматься железом, доспехи, бла-бла-бла и так далее. Вот так вот сделать, да? А здесь попробую стекла поставить, например, черные. Черные стекла получится или нет? Вот так. Во, можно. И черная панель. А, подождите, по-моему, нельзя вверху ставить черное говно. Да, она не ставится. Смотрите, видите, что получается?
Говно получается обосранное. Поэтому нужно ставить стеклянные блоки обычные. Так, еще раз. Так. Стеклянные блоки. Ну-ка, здесь можно пролезть сквозь них? Говно. То есть здесь панели ставить не получится. Панели можно ставить только вот сбоку. Сверху них нельзя ставить. Но по замыслу здесь можно спокойно поставить обычные, да? Пускай будет так. Черный потолок будет красиво, черт. Нормально. Так, ну что у нас там с железом? Ой, 18-22. Куй железо. Сразу открыли две ачивки. 40 железа уже у нас. Отлично. Все, я мажор. Так, давайте пока мы все выкинем. Весь груз лишний скинем. И, в принципе, уже нужно начинать думать про бур. Нам нужен бур. Бур. Вот этот вот алмаз. Ну, хотя бы такой сначала бур. Так, вот видите, тяжело его собирать. Ой, господи, уберите это с экрана. Сколько здесь геморроя. Короче говоря, нужно сначала будет молоток собрать. Так, молоток нужен будет. Да. Ну, короче говоря, много нам еще нужно делать. Нам нужно сделать и плоскобубцы, да? Ну и плоскобубцы это фигню, которая... Ножницы, которые режут железо. Потом, короче, сделать надо будет молот. Потом из этого всего мы будем делать плюшки. И когда-нибудь мы соберем бур. Но, в принципе, не когда-нибудь, мы его быстро можем собрать. Если потихонечку все делать, мы соберем когда-нибудь его. Так, ну все. Полезный был выпуск, собрали очень много полезных итемов, поэтому нам пока в пещеру идти не надо, мы будем заниматься все на поверхности, да, делать. Всем спасибо за просмотр, ребята, комментируйте видос, подписывайтесь, всем пока.